Здорово, ребята. Короче, начинаем вылазка. Сегодня у нас по полной программе с ночевкой. Светлячки на кружки. Все будем цеплять и кружки ставить. Попытаемся щуку дербануть. Говорят, она здесь есть. А вот вам бесплатный мастер-класс, как в ночное время оснастить щуковки для того, чтобы их было видно при сработке ночью. Вот такие вот два светлячка на стяжках ставим. О, вот так будет светить, будет видно, короче, жерлицы. Сейчас замутим таких с десяток и вперед. Как говорится, воображению рыбака предела нету. Первая щуковка пошла. Сейчас посмотрим, как светляк на ней. Да, да, не такая мутная. Хорошо. Вон он, живец плавает. Да. Ага, видно, блин. Да, была, наверное, зеленая, сейчас подосела. Вторая. Ладно, расставимся. Уже когда сядем за стол, будем снимать. Так, ну как всегда, сало украинское. Денис у нас на все руки мастер. И сало. И сало никуда. Да, все, что не возьми, все сам делает. Так, щуковки расставили. Ветер, конечно, блин, поплавали их, поперевернуло заново. Поставили, ну, надо ж не впасть грязь лицом. А сейчас пока в минус 2-3 мы отдыхаем. На улице. Так, пьем, как всегда, колу. У нас все по-человечески. Кола, минералка. Да, чай, кофе. Его будем запаривать. Чай, все резать. Давай все. Там не надо, оставь. Куда, если что, завтра, если не останется ничего. Останется, ну что, поехали. А вот уже и утро. Вода не замерзла, это уже радует. Конечно, волна, кружки мы, наверное, уже, может, и поставим, но не знаю. Ночью мы их сняли и легли спать. С одной стороны он поселок, с другой лесок. И вот то мы здесь зависаем. Короче, решили переставиться. Переехали, вот с такого спуска, блин, спускаемся, конечно, не слишком близко, но места здесь, конечно, хорошие. Сейчас попробуем здесь расставиться. Короче, именно в этот день, на следующий был большой перепад, ну, температуры. Начал ночью мороз бить, блин, капитально, что мы вот утром пришли и уже берега, ну, все подморозило. Честно сказать, не стал выкладывать каждую сработку, потому что сработок много. Мелкая щука бьет, блин, они переворачиваются, а, ну, смысла в этом нет. Лодка, блин, вся льдом, короче, покрытая, тоже хоть немножко мы отбили. Ну, короче, давайте смотреть дальше. И как всегда, ребят, долгожданная поклевка, у нас сработка. Вот мчим с Денисом на всех парусах. Стоит, блин, как конь в бетоне. Поплавок. Ну, давайте посмотрим, что здесь за монстр сидит. Блин, и вот такая вот, короче, мелочевка нам нервы трепала полдня. Блин, хорошо крючок вогнался. Но жить будет. Ничего страшного, сейчас мы ее отпустим. Пусть растет. Да она сразу льдом покрывается, короче. В общем, вот такие заморозки начались. В общем, начался ветер, щуковки опять посносило. Полностью ставок покрывается льдом на глазах. В общем, камера села, но
поэтому не записал, как на одну щуковку, которую причалила к берегу, потянули раколовку, короче, и там раков 15, наверное, было таких дебелых хороших. А вторую щуковку, второй щуковкой поймали небольшую блесну, то на окуня, скорее всего, мэпс, короче. Рыбалка, конечно, не ахти, так что, народ, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и смотри следующее видео.